Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас наконец-то Китайка. Добрался я до этого аккаунта. Ну а сегодня Архидемон. Я уже на него бегал. Набил там 2, грубо говоря, с половиной. Вот таким вот составом. И сейчас я покажу его, попробуем потестить. Первый раз у меня получалось, что он включался. Потому что у меня не было и слона от стана для некоторых персов, и не было разбросика, поэтому сейчас я немножко поменяю. У меня раскол стоит рунами, в принципе, получилось довольно-таки неплохо. Так, ведьмочка. Так, 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 тыква. О, видите, у меня тут еще не на максимум прокачаны, к сожалению. Питомцы, так бы было побольше урона. Так, 23. Шара. Так, и на фине ангел. Ангела мы уберем. Поставим сюда, вот так вот сделаем. Так, есть. И даже не финки поставим, он афин убить не будет. Он у нас будет агриться все-таки на Фрейю. Потом он переагрится. Так, ладно, не на Фрейю поставим. У меня он был сюда. Так вот у нас будет. Возможно, есть смысл даже на тыкву заагрить. Сейчас попробуем, если получится первый раз. Так, у нас смотрители говорят. Что-то мне непонятно, очень начались распродажи, особенно в Китайке. И книги топовых плюх. И очень много начали. Вот смотрите, 25 камней продают. Очень странно, зачем они это делают. Куча питомцев. Книг, рун. Ну, вообще непонятно. Что-то грядет. Так. У меня тут, по-моему, еще были сумочки. И пойдем тестировать состав. Ну, видите, одни и те же падают. Мне пока это не надо. Так, окей. Поехали. Демон стан, топор, по-моему, уменьшение входящего урона, если не ошибаюсь. Начально кидаем Фрейю. Как только он загрелся, кидаем всех остальных. Ну, как видите, он сразу же замедляется. Сейчас посмотрим. У меня стоит на афинке сейчас 7-й разброс. Вот видите, он включается. Все равно включается. Надо больше разброса поставить. Бегал первый раз с огником, но там я набил еле-еле 2. Но сейчас тоже, как видите, не особо удачно у нас получается. Ну, надо питомца получше прокачать все-таки. А что-то этот заходик вообще слабовато получился. Смотрите, как он вроде под максимальным замедлением и что-то прет вперед. Ну, говорю, рандом. Заходик перед этим намного лучше был. Хоть бери, блин, сюда тушка. Сейчас попробуем на ведьме. Поставим все-таки 8-й разброс. По-моему, на ней стоит он у меня. Уберем замедление. Попробуем с разбросом. Может, будет все-таки получше.
Сейчас вообще заход намного хуже даже предыдущего. Ну, посмотрим, сколько максимум. Но все равно лучше будет, чем с Огнекрылом. А финка, конечно, в этом плане очень хороша. Вот сейчас он загрелся на тыковку, отлично. Будет хилить тыковку. Я... Не, у меня, по-моему, Рудольф есть, что-то он Гай не хилит толком. В принципе, ну, да и не надо. Все равно не... Не, все-таки сольет раньше. Странно. Да, печально получился у нас заходик. Даже слил тыкву. Вот точно тот же состав. Даже получше было. Так, окей. Что я хотел? Давайте тыковка. Так, слона оставим. В принципе, слона мы сейчас поставим. Давайте на Фрей, он будет ее. Нет, даже на Фрей смысла нет ставить. Тут седьмой разброс стоит. Был раскол. Как видите, не хватает. Не всегда получается. Так, ведьма. Ставим разбросик, оставляем раскол. Ну, попробуем такой вариант, возможно, этого хватит. Разброса должно хватить, в принципе. Сейчас я еще по судьбе посмотрю, что у меня там прокачками. Я специально героя, в принципе, прокачивал под архидемона. Так. Забыл даже, где там у нас ведьма есть. Тоже прокачана тыковка. Ладно, поехали. Второй заходик будем пробовать. Как видите, рандомно. Так, разброс есть. Ну что, поехали. Все равно, как видите, не хватает. Но сейчас попробуем, может, получше будет. Если успеют все включиться. Тут еще, конечно, играет роль питомцы. Вот у меня питомцы, вот тот же самый дракончик недокачанный. Шиара недокачанная. Но сейчас вроде получше. Не, все равно станет свой. Нужна Шиара, дракон максимум, разброса тогда ставить как вариант. Но в принципе этого хватало. Ну, у нас будет еще одна попытка завтра, думаю. Если не просплю, то успею. Нет, все равно тоже не то. Можно будет еще больше разброса поставить, уже потестить на максималке. У меня, конечно, здесь разброса немного, придется разброс ставить. Героев талантами. Так, бьет стрелка уже. Самое интересное, что есть ангелы этот, и они что-то нифига не хилят. Фигня какая-то получается.
Нужно будет потом посмотреть перевод этого Архина. Что-то странно очень. Ну, тут два есть, и там кусочек будет. Но сейчас у нас стрелка сольют, если не переагрится. Посмотрите. Отхила вообще нет. Ну, рандом. В общем, вот так вот. Потестирую еще состав, к сожалению, у меня тут карт нету. Сейчас попробуем, может, что-то словим. Сомневаюсь. Карты вот на английском сервере мне больше всего падают. Что-то странно очень. И у нас на русском тоже очень редко падают. Ну, в общем, вот так вот. Все, ждем. У нас там есть еще две попытки в запасе, в принципе. Да, 24, завтра можно будет еще разок потестить. Ну, в общем, рандомно все получилось. Вот видите, предыдущие 2,5. Я попал в топ-11, но это у меня еще не докачано все на максималку. В общем, вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.